Новорічних заходів у Києві не буде, але святкову ялинку все ж встановлять. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко. За його словами, він спілкувався з вітчизняними військовими. І ті висловились за символ Нового року у центрі міста. Проте цього року ялинка буде меншою за розміром та без ілюмінації. У той же час в Одесі міська рада розпочала опитування в офіційному телеграм-каналі щодо необхідності встановлення святкового дерева у нашому місті. Тож ми вирішили спитати одеситів, чи має у цьому році центр Одеси прикрашати новорічна ялинка. Они же все равно что-то распилят. Они же не могут, чтобы что-нибудь не распилить. Я бы лучше эти деньги направил бы на стабилизацию электроэнергии для людей, которые часто отключают. Допустим, есть районы города, которые отключают больше, чем на 4 часа, еще и там с утра, а потом вечером отключают. Лучше бы сюда направили деньги на ремонт, на восстановление. Елка, конечно, хорошо для детей. Ну, сейчас другое как бы время, я считаю, не особо к этому все движет. Я думаю, что эти деньги всегда можно перенаправить. Дома детям делают. Все говорят о детях, но можно дома как-то сделать, а основные финансы направить в более нужные русла. Это мое мнение. Я думаю, что опитування у громади якраз дуже гарна і класна ідея. Хай громада вирішує, чи хоче вона зберігати енергію, чи хоче вона ялинку, чи хоче вона енергозберігаючу ялинку, чи не хоче. Ось. І це має вибір громади, бо врешті-решт ялинка буде за бюджетні кошти ставитись. І громада вирішить. Я насправді думаю, що люди підтримують. От. Можна навіть ялинку ставити і без зайвих прикрас. І ялинку можна запускати без електроенергії, а люди фонариками підсвітять. Я вважаю, що действительно, я по поводу елки, возможно, она не нужна, потому что если кто хочет, сам себе дома может поставить елку, праздник, а действительно выделять деньги на, то есть из бюджета на елку, ну, я считаю, что ну, это не такое необходимое на данном этапе сейчас. Сложно. Наверное, больше, да, энергосберегающая. Ну, я не знаю, нужна ли елка, можно украсить город. Но как-то экономно, потому что на елку сейчас, я понимаю, если это будет живая, то это будет очень дорого, эти можно деньги как-то больше аккумулировать другое, на какие-то нужды. Сейчас это все-таки больше нужно. Вы знаете, дети есть дети, наверное, ну не в таких масштабах, но что-то детям нужно сделать, потому что они тоже в очень... ситуации в такой, когда все на нервах, и родители, и дети, ну, хотя бы какую-то долю праздника им нужно сделать. Не надо, никто не говорит о гуляниях, никто не говорит там о каких-то больших затратах, но что можно сделать элементарное, мне кажется, надо детям сделать.